Александр Степанович работает в водоканале уже более 10 лет. Он следит за исправностью оборудования на насосной станции номер 1. Работа важная и ответственная. Этот объект отвечает за подачу воды, которая идет в накопительные резервуары поселка Супсех и прилегающих к нему территорий. Раньше приходилось много времени уделять оборудованию. Старым насосам уже без малого 40 лет. После модернизации производства все поменялось. Новая техника практически не требует обслуживания и повышает производительность предприятия в 2 раза. Хорошее качество, то, что было старые насосы, у них и энергии побольше, и фактически выдаваемость, если этот насос в час выдает, например, 600 кубов, то этот 1200 кубов. Также продолжаются работы по замене старых чугунных водоводов. В сторону Пионерского проспекта по улице Железнодорожной коммунальщики продолжают тянуть новую водяную артерию. Здесь необходимо провести 400 метров пластиковых труб. Объем старого водопровода 500 диаметр. Меняем на пластиковый 800 диаметра. То есть увеличится вода, в объем воды. С новым водоводом придет следующий курортный сезон и Пионерский проспект. Начата прокладка водной магистрали. Она продлится от санатория «Кавказ» и дойдет до рынка ДжМТ. Длина нового участка более километра. На этом участке будет уже вода подаваться бесперебойно, потому что в начале и в конце еще по пути следствия этого водопровода будет установлена запорная арматура, отсекающая. То есть на этом участке все здравницы и санатории будут с водой. По оценке руководства водоканала, подготовка к зиме практически завершена. Оборудование полностью проверено, а на случай чрезвычайной ситуации есть все необходимое для оперативного ремонта. У нас имеется запас реагентов, имеется запас на складе необходимых запасных частей для ремонтов, Здесь проблем быть не должно. Сейчас идет параллельно подготовка к курортному сезону 2019. Производится замена фильтров на очистных сооружениях водозабора. Также будет установлен еще один новый насосный агрегат в системе водозабора воды из реки Кубань. Руслан Душевский, Анапа регион.